Друзья, всем привет! Сейчас, короче, я буду кушать рассольник. Рассольник из утки. Вот. Уточка, видите? Такая вот ножка уточки. Вот, и в общем, сейчас буду кушать. Я сегодня практически ничего не ел. Ну, съел, короче, за целый день там два бутерброда с колбасой и все. Даже чай не пил. Вот. И сейчас, короче, буду есть суп-рассольник. Вот такой вот суп-рассольничек. Вот, друзья, в общем, если вы сейчас тоже кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Суп, рассольник, 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 друзья. Классно, вкусно. Все, кончается бабье лето. Уже все, сегодня еще днем так. Но немножко было тепло, а потом уже похолодало. Плюс 8 сейчас. Мяско, мяско, давайте мяско попробуем. Уточка, уточка, уточка. Смотрите, какая красивая утка, ножка утки. Обалденная, ароматная. Балдеж. Вкусненькая, мясо нежное, насыщенное. Насыщенный такой вкус, классный.
клевый рассольник получился, вообще очень вкусный. С уточкой вообще милое дело. Блин, все, наелся я, короче, друзья. Вы же, наверное, заметили, что я ем немного.
Все, друзья, спасибо вам, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Ну и всем счастливо, всем пока. До новых встреч. Все, друзья, увидимся.